Привет, Алекс. Что делать, чтобы какой-то парень не оскорблял и чтобы он относился ко мне серьезно? А это от кого вопрос? От женщины? Ну, мужчины? Видимо, от женщины. Парень, да, ну как-то. Да. Да, на самом деле, чтобы, значит, тебя какой-то парень не оскорблял, кроме тебя, оскорбить тебя никто не может. То есть, если какой-то дебил там тебе говорит, ты дурак, да, то тебя это оскорбляет, только если ты сам себя оскорбляешь и принимаешь это на свой счет. Вот. Единственное, вот если ко мне подойдет там Гриша и скажет, Лесли, ты дурак, это характеризует не меня, а Гришу характеризует. То есть то, что он мне это говорит, но это уже дно, да, и я даже на это реагировать не буду. Зачем? Я себя ценю, я знаю, на что я способен, я знаю, что я не дурак. Даже если я дурак, пошел нахуй. Знаешь, что у меня еще удар хороший отсюда, да, и контракот. Вот. Ну, то есть, понимаете, да? Ладно, поехали дальше.